Продолжаются матчи в финальной части чемпионата города по волейболу среди мужских команд. Фавориты турнира «Строитель-1» и «Севмаш» идут без единой потери. Четыре остальные команды уже испытали горечь поражения. На старте чемпионата города вели борьбу 11 команд. После группового этапа в финальную часть пробились 6 коллективов. «Строитель-1» и «2», «Севмаш», «Юность», «Звездочка» и «Онега». Игроки именно этой команды пытались противостоять главным фаворитам турнира – волейболистам первого «Строителя». Новички чемпионата из команды «Онега» не смогли составить серьезную конкуренцию признанным мастерам. Переигрывая соперников практически во всех компонентах игры, опытные волейболисты «Строителя» довели матч до закономерной победы со счетом 3-0. Ну, соперник, в принципе, мы знали, что он не особо сильный. Как бы мы играли свою игру, и, как говорится, итог 3-0. На область готовимся, естественно, хотя у нас была уже первая игра. Неудачное поражение «Динамо» 1-3. Ну, будем надеяться на лучшее. Вы правильно подметили, что только первый сезон, но команда сформировалась, еще до конца так не сыграно. Конечно, «Строитель» – это самая сильная команда города, это все знают. Вот, но мы стремимся побеждать, мы будем это делать. Сегодня в спортзале «Строитель» состоятся еще два матча. Подопечные Любови Губкиной из команды «Юность» сыграют со «Звездочкой», а «Онега» попытает счастье со вторым «Строителем». Очное противостояние лидеров «Севмаша» и «Строитель-1» состоится 3 марта. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.